В среду, 9 августа, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Рудени. Речь шла о развитии региона. Игорь Рудени доложил главе государства о работе по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Оказана помощь на сумму более 615 миллионов рублей. Затем губернатор рассказал о реализации планов по газификации, о мерах по поддержке многодетных семей. Субсидия на подключение к газу доведена для них до суммы в 300 тысяч рублей. Глава региона доложил президенту о том, как в Верхней Волжье ведется строительство транспортной инфраструктуры, социальных учреждений. Один из ключевых объектов – северный обход Твери. Проект планируется завершить в 2024 году. Также Игорь Рудени рассказал Владимиру Путину о строительстве новых учреждений здравоохранения. Детские поликлиники будут в этом году сданы. Это Торжок, Тверь и две поликлиники в Кимрах. Кроме того, в Старице, там правительство непосредственно, один из вице-премьеров, курирует это направление. Будет сдан новый корпус больницы. В Бежецке строится одна из таких самых крупных, наверное, на сегодняшний день, если не считать Тверь, больниц. Это ЦРБ, максимально технологичная. Ну, да, межрайонных, это северо-восток весь будет, и детская областная больница. Я хотел поблагодарить вас и Татьяну Алексеевну Голикову, она провела совещание, все отношения с Минздравом мы выяснили, и строительство продолжается, планируем, строит у нас компания «Ростехника».